Все удивляются, почему у нас западного образца демократия не приживается. Это невозможно. Что хорошо для англичанина гордого, то неприемлемо для русского. Там, голосуйте за меня, я. Для русского человека это отвратительно. Поэтому нормальные люди, они как-то от этого уходят. Их от этого тошнит. А ненормальные лезут вверх, как захлебывающаяся в тине лягушка. Потому что такой образ. Поэтому правление, он для нас абсолютно неприемлем генетически. Поэтому как только ситуация улаживается, как ее стали называть, стабильность, русские начинают строить империю сразу. Сразу налаживают отношения с соседями, кто нападает, воюем, и опять империя. В нашей империи ныне живет 186, что ли, народов. Если русским хорошо, всем хорошо. Если русских убрать, всем конец. Всем. Вместе с концом русских конец империи и конец всем остальным. Те, кто там орут на наших окраинах, если русских убрать, их через год не будет никого. Они поэтому когда-то и вошли в империю, чтобы остаться живыми.